Evet, evet. Сначала строили Колизей Рим, далеко отсюда, сами богатые люди. Это первая, вторая, третья Пуническая война, приехали когда? В 22 году до нашей эры. Видишь? Я разрешу верно, не каждый день. Ну, мы слышали, что спартанцы не сделали. Пустые, потому что они богатые, стали. Благодаря вас, благодаря стипендиям. Сама куда-то ушла. Где они? Вот туда. Потому что наш оператор вот делает осадил рядом с сенатором. Вот. Значит, если они окружили эту арену с мрамором, то это чтобы защищать наш оператор от нашего. До пальмин, это стояли и садили. Это новое. Потому что тут часто разрушен во время Второй мировой войны. Но здесь возле Пуэрто ла Бутана. Или это уже наши ворота. Ворота, этот размер, то это нас назвали Пуэрто ла Бутана. Если он умер, то какие-то люди будут. Бесплатно вам сделать. Графитиан бесплатный и кормление платное. Видом хлеб. Наоборот, у нас спа-центр в Римский ванной возле платный. Мозаик здесь. Жизнь стала дороже, как у нас сейчас, поэтому империя стала слабой. Или революция, или гражданская война между Помпеей и Максимилианом. Потом наши дальше ехали и легко захватили территорию. Времени, когда жили, оставили один знаковый план для города. Два центральных проспекта всегда.